Здравствуйте, дорогие, меня зовут Матвей Романов. Сейчас 23 часа ровно по киевскому времени, по 9-часовому поясу в России. Эх, и мы с вами начинаем мир футбола. Мир футбола, футбол и Матвей Романов вместе с тобой. Первый день, сегодня 12.06.2014, это пока сегодня. Через несколько часов начнется наше дорогое открытие футбольного баталия с самого жаркого. 30 дней мы будем ждать, болеть, переживать за нашу сборную. Сегодня у нас будет тоже не вот такое, скажу прямо, интересное событие, но тоже будет. Я сегодня в Ватике, как настоящий русский парень, так что будем поддерживать нашу сборную. Сейчас, наверное, еще будет перерыв в несколько часов. Этот матч будет открывать программу главного турнира четырехлетия. Все два раза соперники пересекались между собой в противостоянии. В товарищеском поединке 2005 года зафиксирована ничья 1-1. А год спустя в финальной стадии чемпионата мира в Германии в бразильской выиграли у Хорватии матч раунд со счетом. Так что, в принципе, я уже посмотрел, эфир идет. Так что все хорошо. Сейчас 24 минутки. И мы будем сейчас так. Секьюрити мой ушел, бежал. Я ушел. Так, иди сам, когда будешь. Телефон. Я не знаю, куда он может пропасть, но он пока пропал. Сейчас будет такая как бы рекламная, не знаю, пауза, можно так сказать. И я пока его найду. Сейчас я включу какой-нибудь хороший клип, какого-нибудь хорошего исполнителя. Вроде чуть-чуть подлакивает, но ничего страшного. Пока я смотрю эфир, вот пока я на себя вот смотрю, любименького, ничего не лагает. А вот ну, сам эфир, как бы, он уже залаганный идет. Ну ладно, посмотрим, что у нас получится. Ну, первый эфир, если что, извиняйте. Все, что смог, все, что то и сделал. Скорее всего, что-то будет в подобии. Еще в скором времени подобие. Так что сейчас, секундочку. Так, будут подобие этого только уже, может быть, на другие какие-то темы. Так. Что я вам скажу? Так, я тут подбухи. Ладно, в принципе, что посмотрим мы по турниры, по турнирной таблице. Чемпионат мира мы ждали сколько? 4 года. Да, это так. Наконец-то дождались, и что-то у нас не хочет работать аппарат. Как я что-то не вижу. Осталось самого события, до самого футбола осталось 4 часа, до открытия осталось 3 часа. Так что пока, наверное, мы эфир установим. Сейчас покажу почему. Так, что-то у нас не работает. Так. Так, что-то у нас не хочет работать. Так. Просто включу нос, а я не знаю, потому что
наверное, я болею. У меня сейчас такие мускулы 22-27. Так, прямо за загрузка сейчас скажу, увидите кое-что. Так. Так что я вам что им скажу. Идет прямой эфир. Да. Идет сейчас прямой эфир. Так что... Что-то у меня как-то голос болит сейчас. Ну что-то я ничего не вижу почему-то. Странно. Очень долгал. Что происходит с вами, друзья? О, я долгал. Все хорошо. Знаете, что мы с вами сделаем? Давайте. В принципе, сейчас так, чуть не могу, что-то туплю, да, туплю, да, это так. Господи, не по-детски, что-то не болело. Так, сейчас пока подгружается. Я что вам скажу, оставайтесь пока с нами. А в общем, оставайтесь с нами. Скоро будет много чего интересного. Время сейчас 22:29:45. У меня соседи стучат. Там неужели? Вот человек. Ладно, в принципе, пока. Все. Пока все. Да. Так что-то я буду настроить. Сейчас скоро будет футбол, будет открытие, будут транслировать сам. Так. Все, в принципе, вы сейчас перепадете на экранчик, да.
Всем привет, так. Кто только что подключился к нам? Нас много, нас уже 3000. Уху!